25 октября, ветер холодновато, но плюсовая температура, и голуби купаются. Вот издалека я притянул, и они бросили купаться, отошли. Вот так насекомых выводит. Это мои голуби. Все, подошла. Ну, чернушечка моя. Это бродящая кошка сейчас-то. Хорошая такая. Смотрю, мышку несет. Все, ко мне идешь, да? Рядышком пошла. То у нас такая елка растет. Иди сюда, чернушка. Не пугай голубей. Кыса, кыса, черная. Кс-кс-кс-кс. Ну, иди сюда, иди скорее. Ну, голубей не надо трогать. Пусть они моются, купаются. Только нельзя, нельзя трогать кошек. Коша, смотри, не теряй дружбу со мной. Если хоть одного голубя утащишь, дружба уже будет нарушена. Ну вот, вплотную подошла к моим ногам. Ну, прикормил ее. О, бегает за листиками, листики ветер гонит. В окно туманное, снимать не дается. Потихоньку вышел на улицу. А они уже слышат, я дверь открываю каким-то образом. Ну, ногами шевелю. Хотя ветер дует на меня, а не на ту сторону. Очень хорошо слышат. Перестали купаться. Упадет в воду, туда скинется и пошел. Воду пробуют. Холодновато, и все равно купаются.
Если один соскочит в воду, то и остальные пойдут. Коша, не ходи туда, вот так. Давай на крышу лезь. Голуби очень недружественные. Все время дерутся за мясо, за пищу, дерутся всегда. Ну что, не дождался. Пошел сегодня, у них уже яйца несут. Пришлось яйца из гнезда вынимать. Голубя ослабевает, а вывести не выведут. Чуть потеплело, опять начали нестись. О, дикарь, а то у меня он там. Все, свалился все же. Уже застыл, не могу сидеть. Руки застыли, они не купаются. Охота показать, как они будут брызгаться. В воду упадет и крыльями хлопает. За пушинками бегает. Это ничья кошка, так. Их штуки 4 такие, все черненькие, такие хорошие. Вот они, начали купаться. Увлекся кошкой-то. Крадется за голубями. Еще получится у ней. Все. Погнала всех. Голуби кучно тут сос. Ближе они ее не подпускают. Там в тазике купаться начинают. Предупредил кошку. Дружба будет долой. Они как на стороже. Вот так. Две сидят. О, ясно, что ловит. Ну не поймала, дай-ка хоть попью воду. Все бегаешь, а? Я прикормили тут ее. Ну все, ладно, однако. Че, Коша, ну? Че моя кошенька? Да хорошая кошенька, ну.
Да, это чужая кошка. Близко не допускала. А сейчас подпускает. Сейчас я тебе дам галушек. Подожди. Галушками я называю собачий корм. Ну, все есть. Рыбка есть, я ей даю тоже. Спрашиваю дядю Вову, можно или нет. О. Ну, все, пришла. Ну-ка, пойдем туда. У тебя свое место есть где? Пойдем сюда, пошли. Давай. Давай. Вот так, да хорошенькая кошечка. У нас своих 3 котенка, 3 кошки. Давай, ешь, ешь. Вот, види, какая хорошая тут еда тебе. Собачья еда, она на мясе. Мышек ловят. Вижу, тащит. Вот она. Это галушки продают, я их так называю. Лежа Васильевна кашки дала. Давай, ешь. Никто тебя не тронет. Хорошенькая кошечка. Ой, да она любит, чтобы погладили ее. Да замечательная кошка. Давай, ешь. Все, ешь. У нас тут железный верстак есть. Вот-вот. 2 трубы. Голуби в них падали, угорали. Пришлось сетку поставить, решетку. И видно даже, что решетка там. И там тоже. Решетка. Матушке там начал смотреть. 6 голубей туда упало. Высохли все мумии. Голуби пошли дальше. В кармане все время приходится держать семечки. Сейчас я их буду прикармливать. Ну-ка, гули мои, гули. Гули, 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 гули. Ну-ка, давайте сюда. Тут у меня... Гули, 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 гули. Вот они где. Ну-ка, давайте. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Вот они начинают клевать семечки. Бегом, бегом. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Вот они где у меня гули ходят. Вот они где. Семечек им бросил. О. Гули, 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 гули. Ну, там сколько их. Вылезли. Вылезли, а? Гули, 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 гули. Там и на крыше вон, видать. По огороду разошлись, а тут по усадьбе. Усадьба хорошая, большая, 13 соток. Эти рядышком, вот они. Но. Сейчас таких ручных нету, я давно не был тут. Гули, 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 гули. Гуленьки мои гули, да вот они рядышком у меня. Ну, на солнышке. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 сейчас. Ну, штук 20 тут рядом было. Гули, 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 гули. Вот они где. Гули, 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 гули. Бегом, бегом, бегом. Вот она туда, давай. Гули хорошие мои гули. Да, они у меня рядом тут самые. Вот они рядышком. Показать валенки мои. Но. Гули, 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 гули. Вот они где. Да хорошие мои гули. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Радость какая. Гули, голубей не держат. У злого человека голуби не водятся. Вот это вот интересно. И все это уже доказано. И
вот на меня нападает, который ни у одного нет голубя. 6500 человек, видимо, ни у кого нет, вот, которые заблокировать пришлось. Ежедневно до полсотни наплывает. И при том разницы никакой нету. Ролик за столом, особенно за столом, где обедно, обидно, что голодные. Голодные. И одними матерками идут. Все это, вой такой стоит прямо вокруг стола. Все, вы жрете и жрете, а ролик один. Попросили показать, какой у нас завтрак. До того интересно. Ну вот так, вот они мои голуби-то, вот они где. У этих, которые нападают, нет голубей. А которые голубей есть, до того люди ласковые. Даже из Германии, там, с других стран мне узнают, что я голубей держу, и бесплатно мы вам привезем сюда голубеводы. Это особые люди. Одаренная благодатью Божией, ценить. Избранница Божия голубка. Как Ездра говорит, много птиц, но избрал Господь одного голубя. Голубь принес ведь масличную иную. Животных много разных, но избрал Бог овцу. Глупее у голубей, у овцы нет, наверное, животных и птиц. Вот так. Много гор, но избрал Сион. Много городов в мире, но избрал Иерусалим. Много народностей, тысячи наречий, но избрал себе семя Израилева. И с этим надо согласиться, что цари мира принесут ему дары. И не надо тут зря придумывать, там, юдофобию, всякие глупости. Бог так установил. Что-то голубь один хромает, это как же так? Прилетел, это не наш. Нет, не хромает, так, показалось. Вот они сейчас подходят, опять купать все могут начать. Избрал Бог народ, гору, страну. Бог избрал, Бог. Бог, всемогущий создатель Иегова. Бог Саваоф, Яхвы, Ягвы. И с этим надо просто согласиться и не бунтовать. Господь не сказал, что народам другим нету места в раю. Ну, такова мировая история. Маленький израильский народ. Три мировые религии. Язык сумели заменить. Тысячи лет спустя сумели вернуться домой. Все подтягивают к себе. Любого приди, лишь бы только там обрезан был. Или крещен, христианин, мусульманин. У евреев не так. Вот совсем немного. Там каких-то там 13-15 миллионов. И все в их руках. И мы можем только молиться и благословлять это дивное племя, чудо Божие. Я русский человек, не подумайте, что подыгрываю. Я верующий, не просто верующий, а сознательно уверовал в это. И знаю, это непобедимый народ. Так они все зло делают, революция. Ну и что, я тоже это знаю. Знаю, они познать должны, обратиться, остаток спасется, написано. Остаток. И все. И мне легко на душе. Я молюсь первым делом. Прошу мира Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Это в первую очередь. В первую. Ну вот так. Я вот говорю, и некоторые еще посмотрят, да скажут, он еще вохваляет-то Израиль это-то. Ну мне зачем? Говорить другое-то. Я говорю, как написано в Святой Библии, которая называется Словом Божиим, Священным Писанием. На фоне голубей у меня поется, есть голубь-голубка, я не же люблю вас. Я с детства люблю вас. Голубь, голубка, я с детства люблю вас, пользы от вас никакой. Вы беззащитны, не клюните клювом, об этом особой строкой. Виктор Николаевич Савченко положил на музыку и поет.
Головы, голубка, я с детства люблю вас, пользы от вас никакой. Вы беззащитны, не клюнете клювом об этом особой строкой. Сейчас до дома дойду и могу даже включить это найти. Маленько подлиннее будет ролик, ну. Защитный не клювом об этом особой строкой. Вы беззащитны, клюните клювом об этом особой строкой. Сейчас я здесь пока положу. Это что тут у меня? Вот так. Там у меня надо все свернуть. Так, как раз Савченко тут меня сегодня пригласить должен. Голубь, голубка, я с детства люблю вас, пользы вас никакой. Голуби. Голубка. Не по-русски. Голубка. Одной рукой печатаю. Я с детства кажется, нащупал. Голубь, голубка, по Библии, по житиям святых. Птицы есть разные, чудно прекрасны, сокол, павлин, журавли. С кличка орла люди смелые, классные, улит болотный сидит на мели. Ласточкой девушку милую кличут, курицу вовсе за птицу не чтут. Коршун, стервятник, стервозных обличья, совы бесшумны, утят ложесту. Голубь, голубка, я с детства люблю вас, пользы от вас никакой. Вы беззащитны, не клюните клювом об этом особой строкой. Разное все, кто как пище стремится, пение, полет, крепость жилистых ног. Но для себя лишь одну голубицу, церковь, невесту избрал себе Бог. Голос голубки и стоны рабыни равно к Творцу вопиют. Кротости нашей отнюдь не гордыни в ранах Христовых приют. Голубка, я с детства люблю вас, пользы от вас никакой. Вы беззащитны, не клюните клювом об этом особой строкой. Голуби глупы, как овцы в загоне, за место, за пищу дерутся всегда. Горлец голубку несли по закону, жертву за грех или если беда. Крылья молитвы блестят серебром, золотом перья искрятся. Голуби мира с веткой добром в новый ковчег возвратятся. Голубь, голубка, я с детства люблю вас, пользы от вас никакой. Вы беззащитны, не клюните клювом об этом особой строкой. Стоном-то
тоскующим из эмиграции голуби сны стрепенутся. В небе лишь белые, в небе нет красных, перед престолом Иисуса. Души святые голубкою нежно в небо уходят, покинувши нас. Духа святого видение все реже, голубь напомнит не раз. Голубь, голубка, я с детства люблю вас, пользы от вас никакой. Вы беззащитны, не клюете клюва, об этом особой страной. Голубка, я с детства люблю вас, пользы от вас никакой. Вы беззащитны, не клюните клювом, об этом особой страхой. Вы беззащитны, не клюните клювом, об этом особой страхой. Вот так. Спаси Христос, Виктор Николаевич, показать вот опаля, вот у ней котеночек одного, один был оставлен. И вот он начал сейчас уже по комнате ходить. Подозрение было, что он слепой. Никуда не идет. Но сейчас вначале у него проявляются зрачки. Каждый день я его промываю святой водой. Вот она играет с ним, мать. Это опаля. В прошлом году котеночек был пушистый такой. И она сейчас хвост-то как у лисы. И вот он сегодня, первый день, можно сказать так, широко пошел туда, у печки лег, спал. Вот он пошел. Беляк зовем его. Белый. О. Ножки начинают окрепнуть. А если слепой? Ну и слепой будет жить, посмотрим, что будет. Может, он на слух будет ловить мышек. На руки как возьму, сразу уснет и лежит, спит на коленях. Ему уже больше месяца. Мы здесь 2 недели. Ну да, больше месяца. А у Надежды Васильевны кверх ногами там все 2, и может 3-й месяц. Двенадцатого будет 3 месяца. Вот так. Благодарение Богу.